Элитные бани в огне. Этой ночью на северо-западе Москвы полыхал банный комплекс, расположенный на берегу Москвы-реки. Загорелся он ночью, здание деревянное, огонь распространился быстро. В этом же месте расположен ресторан. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 15 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. К моменту прибытия первых пожарных подразделений в 3 часа 8 минут происходило интенсивное горение двухэтажного здания. По всей площади. Огонь распространялся по банному комплексу. К месту пожара были направлены 15 пожарно-спасательных отделений. На тушение работало 15 водяных стволов. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на всю площадь банного комплекса, который составляет 2500 квадратных метров. В 4 часа 30 минут пожар был локализован, в 5 часов 1 минуту ликвидирован.